О боже мой! Да всем насрать! Когда не подписан. А вот Геннадий Васильевич подписан. Но я хочу еще. Можно я следующий? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Всем привет, с вами Кедр, и на обзоре у меня две игры. Погнали! Первая игра — Scream Go Hero. Механика игры заключается в том, чтобы двигаться, вам нужно кричать микрофон, когда ваш персонаж будет подпрыгивать. Это зависит от того, как вы будете орать. Об этой игре многого не рассказать. Игра предыдет для шумных перемен в школе. Так еще сложнее пройти игру. Игра затянет вас на много времени, пока у вас не сядет голос. Так что будьте внимательны, не переусердствуйте. Вторая игра Lost Echo. Это сюжетная игра. Сюжет заключается в том, что вы пришли на свидание с вашей девушкой. Но произошло что-то странное, вспышка. И вы уже просыпаетесь в больнице. Ваша главная цель – найти вашу девушку. Никто не помнит ее, кроме вас, да и все ее вещи пропали с вашего дома. В игре много головоломок и загадок. Сюжет интересный и запутанный. Lost Echo похожа на ПК-версии игр. Игра чем-то напоминает Матрицу. Она затянет вас на много прохождений, и вы не оторветесь от нее, пока не пройдете. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.